Ребят, всем привет. Доделал я практически лестницу. Вот осталось еще немного. Вот у меня вот такая вот лестница получилась. Вот, чтобы видно было. Вот сварил я с уголочка каркас под саму ступеньку. Вот. А ступенька вышла 1,20 м на 30 м. Толщина доски 40 мм. Вот такая вот. Решил заснять, пока ступеньки белоснежные, пока по ним никто не походил. Вот. А то когда по ним. Ну, когда по ним уже походят, то уже будут грязные. Вот, пока белоснежные, я вот решил снять. И площадка сделал. Вот. Крепил саморезами. Что ступеньку крепил? Вот с обратной стороны. Что и балкончик крепил. С обратной стороны. Вот вид. Вид сверху. Завтра. Осталось мне только балясины доделать, прикрутить перила, и работа моя сделана. Вот, еще раз повторюсь, чтобы вот сделать вот такую вот лестницу, понадобилась вот такая вот профильная труба 60 на 80. Вот такой вот уголочек. Ну, где-то приблизительно он 30 на 30. Вот. Вот такие вот ступеньки. 1,20 м на 30 м. И толщина 40. Вот. Электроды. Круги по металлу. Саморезы. Краска. 4 сваи. Вот. Вот. Ну, а также балясины, если все будет нормально, завтра привезут. Балясины, перила. И вот такая вот лестница готова. Вот такая вот лестница готова. Ну, естественно, неделя, ну, в среднем, да, грубо говоря, неделя на работу. Спасибо за внимание. Будут вопросы, обращайтесь. До свидания.